Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в магазине Лос Кампола, Лиговский, 109. И у нас вторая часть, Хэллоуин, минус 20%, скидка на красные, оранжевые и черные цвета. И я хотела сделать небольшую подборку для вас. Но каждый раз, проходя мимо какой-то ткани, я хватала. Получилась довольно большая подборка, поэтому сразу хочу вам сказать, поставьте на паузу, запаситесь чайком или кофе и приятного просмотра. Сейчас мы посмотрим очень интересные ткани, все разные, составы разные и, конечно же, наши любимые бренды тяжеловеса. И начнем, пожалуй, с Montclair. Я думаю, что все знакомы с этим брендом. Естественно, я выбрала два варианта в таком винном матовом оттенке и глянцевом ярко-красном. Вот кто-то провозгласил, что красный – это цвет осени и зимы 2023. Не знаю, кто это придумал, но пусть будет так. И я настоятельно рекомендую присмотреться к этим позициям, потому что действительно красный очень хорошо вписался в этот сезон. И сейчас вот у меня, например, вся лента Instagram и YouTube пестрит вот этими красными колготками, какими-то костюмами, куртками, пальто. И я предлагаю сделать классный пуховик на зиму из Montclair. Можете подглядеть у бренда, какие они делают пуховики. И вот такая вот приятная шуршашка от Montclair есть в нашем магазине. Сейчас 20% скидка по 1 ноября включительно. С 30 октября по 1 ноября. И вот этот вот вариант мне даже очень, даже больше нравится, матовый. Такой интересный цвет, знаете, он бордовый, в бордо уходит, но немножко пудровый сам по себе оттенок. Тоже приятное шуршание, такое, знаете, не пошлое, а приятный звук. В общем, и тактильно сама по себе ткань очень приятная, чуть-чуть чувствуется такая прорезиненная основа. И то, и другое, это waterproof, 1250 рублей за метр. И вот этот прям даже, по-моему, был с прихода 1200. Вот такой вот артикул, пожалуйста, фиксируйте. Очень красивые цвета. И мы переходим дальше. Дальше у нас очень красивые клетки. Для любителей клеток рубашечных, вот, пожалуйста, яркие. И на мужские, и на женские изделия подходят. Классные рубашки. Первая позиция – красная клетка. Кстати, очень сейчас рубашки популярны и оверсайз, и умеренного объема, и такие, которые можно заправить, то есть малого объема, которые практически облегающие фасоны имеют. 890 рублей за метр. Обратите внимание, что тут еще будет скидка минус 20. Это, мне кажется, вообще подарок. Да, очень красиво смотрится такая гамма вместе. Прям. Обратите внимание, да, что здесь можно вполне себе скомбинировать, например, платье или рубашку сделать, и какое-то верхнее изделие. Или вообще можно. Или жилет, например. Сейчас сделать, знаете, из таких плащевых, шуршащих, мягких тканей брюки, такие вот спортивного типа. Например, можете у Белла Ю бренда посмотреть, какие они делают. И такие брюки Марина Гламазди, например, носит с нижним слоем. То есть термобелье какое-то, например, вниз можно надеть. Выглядит очень стильно зимой. Так, далее. Вот этот вариант рубашки уже такой, знаете, тут есть как будто такое напыление. Он имеет блеск, чуть-чуть более формодержащий, при этом очень приятный, мягкий. И ярко-оранжевая клетка, она чуть-чуть покрупнее предыдущей. Это Кенклини. 1690 минус 20. Вот это оранжевое, это прям моя любовь, моя история. Да, такой апельсинка, очень классный. Так, дальше. Переходим к универсальным тканям. И следующая позиция тоже из разряда плащевых тканей. Легкий хруст, вы слышите. Тут есть пропитка waterproof. 1490 цена за метр. Цвет в жизни черный, глубокий. Камера всегда засвечивает у нас черный цвет. На самом деле это глубокий черный цвет. Отличные парки, превосходные тренчи, куртки и все, что связано с верхней одеждой. На самом деле не только верхней.
На брюки, наверное, я все-таки бы не стала брать, но только если у вас не планируется какой-то супер формодержащий фасон. Например, вам нужно четкую форму бананы. Вот можете такой взять. И цвет все-таки немножко отойду. Смотрите. Да, вот сейчас вообще хорошо, прям чистый черный. Угу. Вот у меня, кстати, тут еще ленточка от Лора Пьяна. Они у нас чуть-чуть остались. Кто хотел, можете приобрести, но скидка на шарфы, ленты и аксессуары никогда у нас не действуют. Цена всегда фиксированная. Да, вот такая красивая твилли. Так, дальше переходим. Я возьму вот такой очень яркий оранжевый цвет. Мне прям режет глаз, насколько он яркий. Мне кажется, если в таком пройдет человек вот рядом со мной, у меня волей-неволей взгляд просто вот так вот зацепится за него. Потому что действительно оранжевые бывают разные, но этот цвет прям какой-то невероятно яркий. Это Макс Мара, ярко-оранжевая, 2950 цена за метр. Такой вариант хорошо подойдет на костюм, на пиджак просто превосходно. Брючки будут такие плотноватые, если шить прям цельный костюм. И можно сшить юбку, также можно сделать платье-футляр. Не тоненькая шерсть, шерсть такая прям хорошая, плотная. На холодный демисезон, зиму прекрасный вариант. Ну, конечно же, чтобы привлекать внимание, можно носить такой пиджак круглый год. Тем более, что у нас лето, как правило, ну, в Петербурге, например, не жарко. Европейское лето, многие носят пиджаки из шерсти вечером вообще уместно. Так, дальше. Приятно. Вот это уберем подальше, потому что очень отвлекает. Один оттенок от другой, самостоятельная ткань. Такая тоже очень красивая. Такой ягодный оттенок. Как назвать? Ну, вот он у нас называется красный, он немножко уходит в бруснику, наверное. Да, такая немножко холодная такая. Есть потом ткань слегка ткань красивая. Сама по себе бархатистая. То есть у него фактурка бархатистая, приятная. Это костюмный хлопок. Хорошо подойдет для курточек, такой мягкий бомбер можно сделать. Не сильно мнется, но мнется. Это свойственно для натурального хлопка, без этого никуда. Ну, вот мне его прям не хочется отпускать, насколько он приятный, бархатистый. Можно сделать комплект, например, жакетик, юбка. Да, часто спрашивают именно плотный хлопок, и это вот именно та история. У него костюмная плотность и очень приятная поверхность, он такой прям очень интересный. И цвет благородный. Благородный. 1290 минус 20% до 1 числа включительно. Следующая позиция, моя любовь, это Макс Мара, шерсть. Тут фактура пике, но необычная шерсть, очень пластичная, мягкая, приятная. Можно на любой элемент костюма, но имейте в виду, что костюм будет пластичный. Да, такой пламенеющий. То есть она не будет сильно держать форму. Если вы хотите строгий пиджак формодержащий, это не тот вариант, это предыдущий. А тут вот именно пластика, не свойственная для шерсти мягкость, точнее, свойственная для шерсти, но с хорошей выработкой. То есть выработка люкс. Ну, тут чувствуется, что ткань просто шикарная. И шерсть всегда выглядит благородно в платьях, в костюмах, в принципе, во всем. 2850 минус 20%. Мне кажется, такая шерсть должна стоить намного дороже. Да, на самом деле ее осталось совсем немного, потому что одна из любимых позиций. Поэтому успевайте. Это, кстати, у нас старый приход, поэтому такая вкусная цена на вот эту вот позицию. Я думаю, что если что-то будет в повторе похоже, уже по такой цене, конечно, не будет. Еще и со скидками на 20. Далее у нас Prada, шерсть с вискозой. То есть такой похоже на габардин вариант, эластичный. Если вам нужны брюки прям такие сильно облегающие, очень хорошо будет, потому что тут хорошо растягивается материал. Матовый сам по себе. На платье футляр тоже. На облегающее платье какой-то интересного фасона хорошо подойдет. Цвет черный. Я не скажу, что он супер глубокий, то есть он такой все-таки имеет какую-то светлую нотку. Да. Но, тем не менее, ткань сама по себе очень прикольная. 1200 минус 20%. Фиксируйте, пожалуйста, артикул, чтобы мы смогли оперативно найти ткань для вас. Так, дальше. Вот хорошо, что я сделала подборку не только однотонных вариантов, потому что
Такой вариант с оранжевым и красным цветом у нас тоже попадает под скидку минус 20. Смотрите. Оп. И вот такое эффектное платье или блузон, или юбка у вас может быть. Причем можно такую вещь делать акцентный. Микс с базовыми вещами, с любыми. И вот такая вот внутри у вас будет красивая история. Это атласный шелк 100%. Он не просвечивает. Не скажу, что он супер толстый, но он и не тонкий. Средняя плотность у него. 4200, имеется незначительный брак. Пожалуйста, уточняйте. Какие-то небольшие пятнышки, но тут идет абстракция. Поэтому я думаю, что эти пятна... А, вот он. Вот так вот они будут выглядеть. Но в абстрактных принтах это не так сильно заметно, как правило. Они встречаются по метражу. В драпировке, я думаю, что никто не заметит. Ну, тут уже дело вкуса, дело вашего восприятия. Если вы не можете носить ткань с брачком, значит, лучше не брать и не переосиливать себя. Вот. Ну, кто-то совершенно спокойно к этому относится. Дальше у нас креповая шерсть на дублирение. Очень крутой вариант. Потому что не надо дополнительно ничего дублировать. Хотя, если вы хотите усилить какие-то моменты, лучше сделать второй слой дублирина. Например, в пиджаках некоторые моменты дублируются в 2-3 слоя, чтобы создать какую-то форму, плотность. Вот в этом варианте можете дополнительно продублировать, если это требуется. Оранжевый яркий цвет, 3200 цена, минус 20%. Да, и такой любой элемент костюма. Такой апельсиновый фреш, очень вкусный, очень красивый цвет, мягкий такой, прям притягательный. Кстати, крепы всегда мягкие и пластичные. Вот обратите внимание, тут даже на дублерине имеется хорошая пластика. То есть можно создать мягкий жакетик на поясе и ничего дополнительно не дублировать, не придавать форму. Также в юбке, в платье будет очень хорошо смотреться. Ну что, у нас совсем чуть-чуть осталось костюмный хлопок. Очень интересный принт. Я бы отнесла его все-таки к летним позициям. Даже не из-за плотности, а вот из-за самой расцветки. Хотя, если вы любите абстрактные принты, носите их круглый год, конечно же, это к вам не относится. Покупайте данную ткань и делайте себе классную рубашку яркую. Или, может быть, даже брюки. Ткань приятная, бархатистая чуть-чуть. Если вы знаете костюмные хлопки по Зерико, то... Вот, кстати, сразу покажу характеристики. Хлопок, вискоза, эластан. К слову, Позерико, вот такой вариант. Не знаю, чей сток, тут не написано, но по качеству вот точно такой же. Очень приятный хлопок. И на платье, и на брюки, и на плотную рубашку, и на, возможно, жакет какой-то легкий. В общем, вот такой абстрактный принт, яркий и очень необычный. Так, далее. Костюмная шерсть. Вот здесь вот тоже цвет такой классический, черный. Не супер глубокий, но черный. Тем не менее, базовая, хорошая позиция. Мягкая, пластичная, не колючая, не стоит колом. То есть на хороший такой добротный костюм. Не толстая, кстати. Вот это офисный вариант. В офисе не требуется, как правило, толстые костюмные ткани, они должны быть легкие, чтобы вам было комфортно и благороднее всего смотрится всегда шерсть. Вот, вот этот вариант на хороший базовый черный костюм. Тут имеется эластанчик. В принципе, можно сделать и рубашку такую уплотненную, и пиджак легкий. Ну, соответственно, там все дублированием достигаются формы. Очень хорошо будет на брюки, потому что с эластаном комфортно. Если вы хотите все-таки какой-то умеренный объем или малый, будет очень комфортно. Цена 3300, минус 20% на хорошую базовую черную костюмку. И последняя ткань нашего обзора. Я даже немножко уже запыхалась говорить, потому что нужно говорить быстро, а нужно сказать много. Так, это у нас хлопок с хорошим процентом эластана, плотненький. Если вы готовитесь, вот к слову, то, что у нас уже были хлопки, я назвала летними тканями и шелк.
если вы готовитесь к лету заранее или ездите в отпуска в зимний период. Очень хорошо впишется яркая вот такая вот история. Классного качества хлопок, гладкий, с легким деликатным блеском. Цвет красный, но такой, знаете, немножко в коралл уходящий, в розовый, может быть, даже чуть-чуть. Тут небольшая ширина, хорошая растяжимость, любой элемент костюма и характеристики. Хлопок с эластаном 1300, минус 20%, ширина 112. Будьте внимательны. Я надеюсь, вам понравилась данная подборка. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете, что вы хотите посмотреть в следующий раз. И не забывайте про пальчик вверх. И в описании наши каналы Telegram, ВКонтакте, что там у нас еще, Instagram, наш WhatsApp. По номеру телефона сможете написать нам WhatsApp, задать любые вопросы, мы вам дополнительно можем прислать фото или видео ткани. И на этом прощаемся, увидимся в следующем видео. Всем пока!